вами Мусалега Елена. Сегодня я приготовлю сливочное масло с подкопченной семгой и укропом. Порубить 6 веточек укропа. Нарезать 180 грамм рыбы. Соединить 150 грамм размягченного масла, семгу, укроп, 1 чайную ложку горчицы и 1/3 чайной ложки специй. Сформировать масло, упаковать в пленку и остудить в холодильнике. Охлажденное масло с подкопченной семгой намазываем на хлебушек и подаем к столу. Вот так просто у вас получится замечательная праздничная закуска. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусалега Елена. Па-па!